После длительного перерыва во встречах такого формата повестка дня получилась достаточно обширной. Напомним, что заседание 24 апреля стало первым в 2017 году. Традиционно ректорат разобрал вопросы, требующие практического решения. От подготовки к началу приемной кампании будущего учебного года до организационных моментов проведения года Лобачевского. Обсуждению стратегии проведения этого масштабного проекта был посвящен отдельный вопрос. Главному событию года Лобачевского, вручению одноименных медалей премии, отнеслись с особой серьезностью. Ведь оно должно прогреметь в научных кругах. Акцентировали внимание даже на создании собственных медалей. К его разработке подключатся геральдисты. Значит, есть предложение. Давайте мы вот, выбор человека, которому будет вручаться, поставим на конкурс. А медаль все-таки это медаль университета. Да? И вы четко давайте мы разделим, право это право университета. В какой форме, там, какие буквы писать, как медаль делать. Давайте мы один стандарт сделаем с одним переплетом, напишем, что это посвящено 225-летию Николая Ивановича Лобачевского. Может быть, было бы правильнее, если бы мы объявили открытый конкурс на это дело. Здесь же был поднят вопрос по созданию музея наук, включающего музей Николая Ивановича Лобачевского и музея физики. Тематическая структура музея физики построена по хронологическому принципу и включает в себя три больших раздела. История физики древние и средние века, история физики эпохи Ренессанса, физика 18-19 веков и физика 20 века. В качестве наполнения базы для этого музея будут использоваться экспонаты, которые находятся в музее Казанского университета. В частности, в музее лаборатории Забойского будут сделаны модели некоторых экспонатов. Здесь будут представлены фотографии, тексты с информацией о великих открытиях, которые были сделаны физикой. Комплекс будет расположен в так называемом ректорском домике на территории исторического ансамбля главного корпуса КФУ и совместит в себе просветительские, аудиторные и музейные функции. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Леонардо Влетьяров, Универньюз.